Кроме помощи в трудоустройстве, украинцы могут получить правовую информационную поддержку. Региональное отделение Ассоциации юристов России оказывает переселенцам бесплатную юридическую помощь. В рамках проекта юристы ассоциации предлагают гражданам, прибывшим в Ненецкий округ с Украины, бесплатную помощь, а именно подготовку документов правового характера, устное и письменное юридическое консультирование. Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг с 9 до 12 и с 14 до 17 часов по адресу улица Рыбников, дом 6А, первый подъезд. Телефоны для справок 218-87, 218-89. Дополнительную информацию можно найти на сайте gosyurbyronow.rf.